Я. Мы просрали ключи, но я здесь ни при чем. Всем привет. Вы смотрите «Ведро шоу». Мне заплатили больше, теперь я буду вести эту передачу. Обещаю, в следующих сюжетах я куплю себе штаны с мотней до колен и крутую кепку. У нас Volvo XC60. Итак, друзья, сегодня я лечу на тест-драйв в Испанию. И в отличие от прошлого раза, когда я оказался в Испании без прав, в этот раз заветный документ со мной, и поэтому все должно состояться. Беленький салончик, все как я люблю, вернее, на самом деле не очень, потому что это дело красиво ровно в Европе, у нас это все смотреться не будет. Деревянные инкрустации, это все выглядит очень стилево. Сейчас мы поедем кататься. Так, у вас было таких, у кого... Do you have the key or I think... Нет, да? Нет, ты мне дал, и я тебе их вернул. Это не я. Мы просрали ключи, но я здесь ни при чем. Преимущество без ключевого доступа в том, что ты можешь хотя бы менять, где-то рядом ключи находятся или их нет вообще. Нет, я предлагаю все усложнить. Можно ее заглушить, забрать твои сумки и попробовать завести еще раз. Давай, вот отходи туда. Can you stop and start engine? А ну-ка отойди тоже, может они к тебе. No. No? It's in a bag. Методом вычисления мы пришли к тому, что вот я сказал, дедуктивный метод. Так, друзья, мы начали тест-драйв, и сейчас наш путь лежит в горы. Нам надо, по-моему, 2 часа мы будем кататься, потом приедем обратно и возьмем еще одну, но с другим мотором. Потому что здесь у нас 2-литровый бензиновый агрегат стоит, мы поменяем ее на машину с дизельным мотором, которая мне, кстати, чуть интереснее. Так вот делаются супер крутые фотосеты, потому что мы ехали просто по дороге, остановились и нашли вот такое вот место, куда машину поставил, и хочется ее фоткать и смотреть на нее со всех сторон, потому что выглядит это все очень круто. Первое впечатление, что очень похоже все это дело на XC90, понятно, в других масштабах немножко меньше, но и цена чуть-чуть другая за счет этого будет. И прослеживаются те же черты, которые мне не нравились в XC90. Это противотуманки, которые на кроссовере находятся на губе в самой нижней точке. Мне кажется, все это дело, если вы будете хоть когда-то использовать эту машину для пересеченки, то есть большой риск повредить, потому что, ну, мне кажется, не самая удачная точка для расположения оптики на машине. В общем, я один раз повернул не туда, ладно, 2 раза повернул не туда, и наша навигация сошла с ума. Мы уже петляем здесь, наверное, минут 15-20, и вот сейчас наш маршрут прерывается, и нам надо развернуться. А как мне здесь развернуться? Тут никак. Ну да, это будет порушение правил, и там кирпич. Мы прошли одну из контрольных точек, и, наверное, наша навигация вылечилась, теперь мы едем уже четко по маршруту, километраж уменьшается, в общем, все починилось. Прокатились на бензиновой машинке, средний расход у нас сначала был 9,5, когда закончили тест-драйв, оказалось 11,5, но это не удивительно, потому что мы по серпантинам чуток покатались, в очень красивых местах побывали, и сейчас мы хотим взять машину с дизельным мотором и прокатиться на ней. Поедем уже в отель. В бардачке была обнаружена специальная тряпочка, приятная на ощупь, с надписью Volvo. И даже нарисован этот почти iPad, который выполняет у нас функцию мультимедийной системы. Поэтому вам не придется возить какое-то полотенце стрёмное с собой. Есть вот такая вот штуковина. Пока не сперли в тестовой машине ее еще. Но я, честное слово, такие вещи не забираю. Ни прикуриватели, ни тряпочки, ни проводочки. Засажусь за руль дизельного XC60. Мощность у него 235 лошадиных сил. Впечатление на самом деле очень приятное. По большей мере из-за внешнего вида и характеристик. Приятная машинка. У нас регулировки электрические водительского и пассажирского сидения есть. Машина в этой комплектации именно дизельная, 55 тысяч евро получается. У нас тут разнообразные маршруты, мы и в города заезжаем, и по каким-то пригородам, а сейчас вдоль полей какая-то дорога нас ведет непонятно куда. Интересно, будет тут прямой участок хоть один или нет? У меня другой вопрос, будут тут встречные машины? Мы приехали в Барселону, в отель, припарковались, сейчас ужин и презентация машины.
машины, расскажут, что в ней нового. Ну, хотя я думаю, это не секрет. А завтра будет еще более полноценный тест-драйв, когда, я думаю, мы сможем рассказать что-нибудь интересного. Сегодня погода в Барсе не очень, идет дождь. Не знаю, наверное, будет тяжело из-за этого снимать наш автопарк. Вообще на тест-драйве представлено два варианта машин. Это с дизельным и бензиновым мотором. К сожалению, гибрид, который также будет доступен. Его привезли в одном экземпляре, он был на стенде. И покататься на нем не удалось. Удивительно, но мне больше понравилась бензиновая машина. Она оказалась более прожорливой, что в принципе не удивительно. Но более отзывчивой и приятной в управлении, потому что у дизеля все-таки есть небольшой лаг, когда ты хочешь активно разгоняться. Турбина не успевает так быстро, видимо, раскрутиться. Возможно, это настройки бросили такие. Динамики дизеля мне, честно, чуть-чуть не хватило. То, что делают Volvo сейчас, наверное, можно назвать одним из лучших решений в дизайне. Не то, что в модельном ряду конкретно этого бренда, а в целом, если смотреть в разрезе того, что делают сейчас автопроизводители. Поэтому, если честно, то я думал, что найдется совсем немного людей, которые сейчас смогут упрекнуть шведов в том, что они делают некрасивые автомобили. Но вся загвоздка в том, что, я думаю, теперь неопытный глаз с трудом сможет различить 60-е, 90-е модели, хотя на самом деле, конечно же, разница есть. И в первую очередь в габаритах 60-ка получила более приземленный, на мой взгляд, и стремительный силуэт. И мне она, если честно, нравится немножечко больше. Теперь из всей этой кучи надо найти мою машинку. Нажимаем на брелочек. Ага, вот она моя родненькая. Я сейчас стою с шикардосным видом на Барселону. Любуюсь и буду рассказывать дальше вам про машинку. На презентации уделили огромное внимание именно не внешнему виду машины, а ассистентам, которые должны или обезопасить, или упростить, или сделать более комфортным управление этой машиной. И на самом деле таких систем тут достаточно много. Помимо привычного уже, наверное, для премиума адаптивного круиз-контроля и ассистента удержания в полосе, в этой машине появляется автопилот-ассистент. В чем отличие его от ассистента удержания в полосе, наверное, в том, что он более активно принимает участие в управлении машиной, и он может держать достаточно крутые повороты в рамках автобанов, наверное, в рамках автобанов и загородных дорог, потому что в городе им не рекомендуют пользоваться, и, наверное, работать он просто не будет правильно. Полное управление машине не доверяют, и основным условием работы этой опции является то, что руки водителя должны находиться на руле. Если вы убираете руки от руля, она проработает какое-то недолгое время, там секунды, может 20-30 секунд, попросит положить руки на руль. Если вы не будете слушаться машину, этот ассистент просто-напросто отключится. Вот я сейчас просто придерживаю руль, я вообще никакого усилия не добавляю, мы едем. Я так понимаю, что он в себя включает и адаптивный круиз, потому что я его не включал, а мы тянемся за Мерсом. Все приходит к тому, что полноценный автопилот уже может быть, но опять же, сейчас пока это только ассистенты, все, наверное, потому что пока производители не могут взять на себя полную ответственность в случае каких-то непредвиденных ситуаций или ДТП, или непредвиденного поведения машины. Таким образом, если что-то происходит, руки водителя на руле, и он всегда может исправить ситуацию. Если машина будет пилотировать сама, этот момент можно упустить, и вся ответственность в таком случае ляжет, опять же, на производителя этих машин, а вследствие этого отзывы, продолжительное судебное разбирательство и еще куча геморроя, который им не нужен. Поэтому вот пока дальше ассистентов мы не идем. На самом деле примечательно именно то, что, как я и говорил уже, на презентации уделили огромное внимание именно ассистентам безопасности и всему тому, что может предотвратить столкновение или ДТП, или последствия этого ДТП. И я думаю, что о всем этом более подробно мы будем говорить уже во время полноценного теста. Как я уже и говорил, машина была представлена с тремя моторами. Это в первую очередь дизельный D5 мощностью в 235 лошадей, 2-литровый дизель. Помимо этого есть бензиновая версия T6 мощностью в 325 лошадей, которая мне понравилась немножко больше. И, конечно же, гибридная версия с двумя моторами, бензиновым и электрическим, которая развивает в общей сложности 405 лошадей и целых 640 ньютонов крутящего момента. Разгон такой машины до сотни составляет, по-моему, по паспорту 5,3 секунды, что на самом деле очень неплохо. Машина должна быть очень динамичной, но, к сожалению, прокатиться нам на ней не удалось, потому что она была представлена только в одном экземпляре, который стоял на стенде. Можно было открыть дверь и посмотреть, что там внутри, но прокатиться, к сожалению, нет. Примечательно и то, что в новом XC60 теперь доступна пневмоподвеска, и регулировать дорожный просвет этого
вашего автомобиля, вы можете выбором профиля управления машиной, которая включает в себя не только высоту подвески, а и другие настройки, такие как реакция на нажатие педали газа или жесткость амортизаторов. Вот мы видим несколько режимов: эко, комфорт, оффроуд, динамический и индивидуальный, когда вы можете настроить какие-то настройки под себя. Здесь есть и отделка деревом, и красивые алюминиевые крутилочки, и вертикально расположенная вот мультимедийка с современной графикой. Красиво все это дело выглядит. Bowers & Wilkins, дорогая мультимедиа, дорогая кожа. В общем, все есть. Панорамная крыша и куча всяких других наворотов. Помимо этого, в топовой R-версии с гибридным мотором визуально в салоне есть отличия, потому что селектор коробки передач там прям какой-то хрустальный такой, маленький. Нету отделки деревом, все заменено на алюминий. Хотя мне на самом деле именно деревянная отделка в Volvo очень нравится. Но на самом деле я думаю, что Volvo себе не может позволить ущемлять потенциального покупателя ни в плане отделки, ни в плане доступных опций, потому что ей предстоит сражаться в классе с довольно высокой конкуренцией. В премиуме это, конечно же, Q5, это, конечно же, GLC и X3 в первую очередь. Из подбирающихся к премиуму сюда, наверное, можно отнести Tiguan. Опять же, только в топе, только в Airline, тот, именно тот, на котором мы проехали довольно много по Европе, потому что тоже достаточно хорошо запакован и технологичен. Но, конечно же, у XC60 есть и свои козыри. В первую очередь, я считаю, это дизайн, который довольно удачный, если не очень удачный, и не успел примелькаться еще на дорогах. Я считаю, что это дизайн и снаружи, и внутри, потому что интерьер получился тоже довольно стильным и не похож на другие модели, которые есть сейчас на рынке. Но, конечно же, нельзя забывать о цене, потому что предварительно говорят о том, что дизельная D5 в хорошей, почти топовой комплектации Inscription на пневме с мультимедией, со всеми плюшками, обойдется вам приблизительно в 55 тысяч евро. Audi Q5, например, которую мы тестировали месяц назад в топе, обойдется вам приблизительно в 80 тысяч евро. Конечно же, нельзя забывать о опциях, которые помимо комплектации уже идут, накидывают свою стоимость. А, к примеру, Tiguan в Airline в топе обойдется вам плюс-минус в 55 тысяч долларов. Поэтому я думаю, что у XC60 есть все шансы отгрызть свой кусочек в этом классе. И, возможно, довольно немаленький. Сзади у нас достаточно много места. Я сижу сам за собой. Я не очень высокий ростом. Прошу меня простить за это. Всего лишь 1,76 м. Места в коленках у меня достаточно. Если был бы водитель ростом повыше, то было бы не так много, конечно. Но, тем не менее, места над головой вполне. Несмотря на то, что у нас панорамная крыша и она съедает добрый кусок пространства. Из удобств для заднего пассажира у нас есть по зоне климат-контроля на брата. То есть, таким образом, у нас в машине 4-зонный климат-контроль. Есть подогревы сидений, охлаждения, к сожалению, нету. Розеточка на 220, это очень удобно. И 12-вольтовая розетка под прикуриватель. Подлокотничек, небольшой органайзер для всякого барахла. Телефон сюда можно положить. Выдвигающиеся подстаканники, что, в принципе, тоже удобно. И доступ к багажному отделению для длинномеров, если вы будете возить что-то длинного, лыжи там какие-то или еще какую-то билиберду. Багажник, конечно же, с электроприводом. Удобная полка, которая поднимается вверх. Она не съезжает к задним сиденьям, за ней не надо потом далеко тянуть. Тем не менее, доступ, который получается к багажному отделению, более чем достаточный. Под полом у нас органайзер, компрессор, и я думаю, что это ремкомплект. Ниже у нас уже ничего, наверное, нет. Так и есть. Ниже у нас только аккумулятор и все. Но я думаю, что вот здесь под докаточку есть место. В комплектациях, которые будут приходить к нам, я думаю, что будет все-таки докатка, а не ремкомплект. Из багажного отделения мы можем управлять погрузочной высотой, тем самым опускать или поднимать пневму и складывать сиденье. Сиденья можно только складывать из багажника, поднимать их нельзя. Тут уже рутями. Друзья, огромное вам спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Подробнее о новой XC60 я думаю, что расскажу вам во время уже полноценного теста. Поставьте лайк под этим видосом, если он вам понравился. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. И всем пока!